В нашей сегодняшней программе речь пойдет о ловле трофейной щуки в одном из отдаленных уголков нашей страны. Съемочная группа проекта «Видеокарта уловистых мест России» вместе с известным рыболовом из Ярославля, мастером джиговой ловли Дмитрием Зюзиным, отправляется на Чукотку, в край огромных щук и непуганных медведей. С последними пусть знакомятся охотники, а вот поймать рекордную подводную хищницу – уже наша задача, которую мы постараемся решить, а заодно и показать вам увлекательный процесс вываживания крупных зубастых трофеев. Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Сегодня мы находимся на Чукотке. Путь сюда был очень длинным, порядка 9 часов самолетом. Потом целые сутки мы поднимались по реке Анадырь вверх. Это примерно километров 400 мы поднялись. И сейчас мы находимся на притоке этой реки, река Крестовая называется. Нашли очень хорошее место, излучины реки. Такой более твердый грунт, чем обычно в этих местах, где мы ловили вчера. И получается хорошая протока, которая впадает в озеро, очень хорошая. Мы вот на ней попробуем половить рыбу сегодня. Несколько слов о том, на какие приманки сегодня я буду ловить. Для этих мест, в принципе, характерны немножко другие типы приманок. Это колеблющиеся блесны, там джеркбейты и всевозможные вертушки. Но самая популярная здесь блесна – это колеблющаяся, ну, местных рыболовов. Мы же попробуем ловить на силикон. Вот такие крупные приманки всевозможных цветов присутствуют. Вот такие, очень хорошие. Это порядка 28 сантиметров, достаточно крупный силикон. Но я для них приготовил легкие джиголовки. 10, 12, 14 грамм. Здесь небольшие глубины. И чтобы получалась хорошая ступенчатая проводка, нужен легкий вес. Здесь щука очень жадная. Кушает приманку очень глубоко и доставать тяжело, чтобы не травмировать рыбу, будем ловить на одинарник. Вот сделал первый заброс. Была сразу поклевка. Вываживал недолго. То есть приманка достаточно большая, крючок у нас маленький. Как бы рыба очень активная, догоняла на проводке. Глубины не очень большие, классическая проводка джиговая не получается. Делаем плавную, равномерную, с какими-нибудь подбросами приманки. Приблизительно как колеблющаяся блесна. Должна медленно валиться. Вот она, поклевка. Эх! Опять мимо. За счет маленького крючка получается. Хотя нет, вот она рыба, все, догнала. Ну, видите, щука, она даже промахнулась просто-напросто за загривок. Здесь, в этих местах, даже такой некрупный щур кушает такую крупную резину. Ну, это, в принципе, правило работает практически на всех водоемах, потому что щука очень такой, наверное, самый злой хищник наших вод. И на зиму наедается крупными приманками. Давайте отпустим ее. Пусть подрастает до более крупных размеров. Вот они ее кусают, кусают, кусают. На протяжении одной проводки происходит несколько поклевок. Но здесь щупак не очень крупный получается. Не может заглотить. Сейчас мы будем выжидать более крупную рыбу. Постараюсь побыстрее немножко вести. Может, поможет мелких проскакивать. А крупный будет садиться понадежней. Вот-вот-вот. Мимо. Опять произошло несколько укусов, но за счет того, что крючок один, то есть, ну, самые жадные попадаются обычно. Щука очень спортивная, прыгает, свечки всевозможные, ну, очень часто на себя наворачивает. Поводок мы длинный для этого используем.
Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы тебя отпустим. Вот такая рыба считается для Чукотки мелкой. Но в наших краях это вообще очень прекрасный трофей. Порядка тут, я думаю, 2 килограмм рыбина. То есть каждый рыболов будет рад поймать такую рыбу. Вот смотрите, рыба очень злая и шустрая, я говорил уже об этом. Что получается у нас с резинкой? Ее съедают практически моментально. Вот у нас была новая резинка буквально 3 заброса назад. Вот такие щуки творят вот такие вещи с такими приманками. Опа. Давай, давай, давай. Немножко в ступоре находится. Все, пошла, пошла, пошла. Как подводная лодка. На очередном забросе произошла поклевка. В принципе, недалеко от берега. Рыба очень тяжелая. Посмотрим, что там. Что там такое у нас прицепилось. Хорошая щука. Вот как раз за такой щукой мы сюда и ехали. Есть мечты поймать 15 и более. Но посмотрим. Вот, вот она какая. Здешняя чукотская щука. Сейчас я ее попробую выцепить. Вот она. Вот такая рыбина. В пасти даже присутствует глина. Но это за счет местной специфики водоема, в принципе. Водоем не очень глубокий. Щука тыкается прямо мордой в землю и начинает наворачивать на себя леску. Для чего используем очень длинные поводки, порядка 50-60 сантиметров. Как крокодил крутится. То есть, ну, это и есть крокодил, в принципе. Я думаю, здесь килограмм. А может быть 8-9. Ну, мы сейчас взвесим, посмотрим, что это за рыба. Вот такая вот рыбина. Если видно будет в камеру, вот здесь на спине у нее есть укусы. То есть ее кто-то еще укусил. Это как бы, ну, живец получается в здешних местах. Отпустим эту прекрасную рыбу. Вот чукотские. Вот такие щуки. Давай, давай, сейчас она у нас оживет. Немножко фотосессии было еще в этот момент. Вот она уже начинает вырываться у меня из рук. Еще подержу немножечко, чтобы она пришла в себя после всех наших вываживаний и операций. Ну, все, побежали. Мы сейчас немножко переехали на другое место, увидели очень хорошую протоку. Здесь немножко поглубже, как раз это для наших приманок. Вот я решил попробовать новую приманку. Ту у меня съели уже всю вообще целиком, то есть там живого места не, просто не осталось. Вот такая вот форелька. То есть посмотрим, как она будет работать вот в этих условиях. Вот произошла поклевка. Ох, убежала. У нас, по-моему, откусили приманку вообще. Ха-ха-ха-ха, вот это номер. И все равно продолжает атаковать. Вот что осталось от нашей приманки. 1 заброс. Но мы сейчас проведем небольшой эксперимент. Я попробую поймать без хвоста. Что получится, сейчас посмотрим. Я думаю, должно получиться. Сделаю проводочку рывковую. И посмотрим, что получится из этого всего. Вот она. Есть.
на рывковую проводку. Все работает. Даже хвост не нужен для такой. Опа, опять убегает. Но резина очень сама по себе очень мясистая. То есть наш крючок, хотя он и хорошо выходит, палец пролезает, но очень мясистая резина. Не дает совсем как бы глубоко рыбе заглотить. Здесь не мешало бы поставить двойничок, но мы делать этого не будем. Будем ловить таким образом. Опять без хвоста. Еще один забросик. Проверим нашу теорию. С подбросами, приманки. Там есть небольшая бровочка. Все поклевки с этой бровки происходят. Сейчас подходим к бровке. В этот раз мимо, похоже. Но еще не берег. Еще не берег. Пока приманка находится в воде, возможность поклевки, вот она. Вот она. Ух, как здорово бегает. Фрикцион. Даже стаскивает. Очень бодрые щупаки. Ух! Приятно ловить такую рыбу. Она здесь прямо спортивная. Ну-ка, иди сюда. Вот такой. Ой-ой-ой, прекрасный щупак. Подожди-ка. Или давайте его сразу же отпустим. Не будем его мучить. Пусть бежит. Вот спасибо тебе, рыба, за эти прекрасные моменты. Очередной заброс. Удастся ли нам с этой бровки получить поклевку? Также рывковую будем делать, так как у нас приманка без хвоста. Ну, как я говорил, чем дольше приманка находится в воде, тем больше вероятности того, что вы поймаете рыбу. Даже в наших... Вот она, поклевка как раз. Бровочку только прошел, сразу поклевка. Я попрошу оператора снять один очень интересный момент. Сейчас рыба сидит на одной джиголовке. То есть виброхвост она сбила, и он улетел. Вот она на себя намотала у нас шнур, и джиголовка просто торчит одна у нее на усу. Сейчас я ее буду освобождать. Но мне даже рот, наверное, ей не открыть, потому что она шнуром обмоталась. Нет, получится. То есть вот такая бойкая здесь щука, что нашей даже очень живучей силиконовой приманки хватило у нас четко на 5 забросов. То есть было на каждой проводке были поклевки. Скажем, 2 рыбы мы смогли поймать. Одну вытащили до этого и вот сейчас. Вот у нас джига четко за усом. Сейчас ее достану и буду разматывать ее. Вот еще раз хочу повториться, для чего мы делаем в этих местах очень большие поводки используем. Вот здесь очень наглядно видно на этом ярком шнуре, что рыба закручивает вокруг себя короткий поводок, и попадая на ус или на зуб, она его очень легко обрывает. Но вот в этот раз нам повезло, что получилось именно так. Вот рыбина здесь порядка 5 килограмм. Очень бодрая, хорошая щука. Сейчас отпустим ее. Вот такие вот прекрасные чукотские щуки на реке и Анадырь, и ее притоках. Вот сейчас отпустим эту рыбину. Она принесла нам прекрасные моменты. Придется оживлять. О, нет, тут долго оживлять не надо. Очень бодрая. Пошла на меня рыбина. Приходится очень быстро выбирать леску. По ощущениям, неплохой экземпляр. Но так как рыба здесь очень мощная, шустрая, нет, не очень большой.
но приличный. То есть фрикционный тормоз работает. Палка мощная, до 80 грамм тестом. Что, в принципе, позволяет мне... Ух ты! Немножечко форсировать даже вываживание. Неплохая щучка, но не супер трофей, на который мы рассчитывали. Вот такой щупак. Очень жадно съела нашу приманку. Такая вот у нас приманочка. Такая щука. Ой, заблудилась немножко. Давай. Вот такие прекрасные щуки на Чукотке. Хочу обратить ваше внимание, что щука очень часто в этих местах, вот опять поклевка, убежала рыбина, ну ничего страшного, стоит на вытеках из болот. То есть в болотах, скорее всего, нерестится всевозможная рыба, и малька прямо видно его, он скатывается в основную реку. И щука ожидает его здесь, и вот самые результативные места именно на вытеках получаются. Прямо поперек вытека заброс делаем. Подыгрывать лучше спиннингом для более реалистичного движения нашей приманки. Вот она. Ух ты. Неплохая рыбина опять. Ну, в принципе, даже чуть меньше. Стандарт в районе, наверное, 3-3,5 килограмм. Мы даже не будем вытаскивать, наверное, на берег. Прямо так отпустим ее. Вот что чукотские щуки делают с приманками. А Чукотка ошибок не прощает. Здесь на Чукотке лучше всего работают приманки. Вот если мы будем говорить именно о силиконовых приманках и про хвостах с небольшими весами. Это примерно 10-12, максимум 14 грамм. Но крючок должен быть максимально большого размера. К сожалению, у меня нету супер больших крючков. То есть вот мы его используем, но прекрасно работает. Значит, еще хочу сказать по поводу удилищ. Значит, удилище используем тестом 30-80 грамм. Длина его 2,50. Ну, почему такое мощное удилище берем? Во-первых, как бы сам вес приманки достаточно большой. И возможная поимка любого трофея. Рассказываю, что здесь есть щуки там 30 килограмм и больше. Мы, конечно, надеемся на трофей. Хотим его поймать, но посмотрим, получится у нас это или нет. Предыдущую приманку у нас съели. Сейчас попробуем вот на такую приманку половить. Новая, вкусная, надеюсь. Надеюсь, понравится этому здешнему хищнику. Мы сейчас меняем тип нашей приманки на поверхностные, то есть которые с небольшим заглублением. День близится к завершению. Здесь более мелководный участок. Вода может быть на градус-2 потеплее, чем в других местах. И я надеюсь, что мы здесь возьмем достойный трофей. Сейчас я сделал поводок из толстого флюорокарбона. Посмотрим, будет ли он держать щучьи зубы. Зубы здешней щуки. Вот она, поклевка. На перепаде глубины, где с глубины на мель выходит, как раз вот на этом именно перепадике произошла поклевка. То есть достаточно хорошая рыба у нас.
приходится работать фрикционом, но она совсем не сдается. То есть щука метров по 10-12 шнура сматывает за один заход. Здесь я палочку взял полегче, потому что приманка немножко легче. Но она просто борец. Просто очень мощная рыба. Это, можно сказать, просто зверь здешний, речной, с которым очень приятно бороться. Посмотри, что вытворяет. Будем надеяться, что это то, зачем сюда мы ехали. Тихо, тихо, тихо. Такая рыбина. Отличный боец. Просто великолепно. Но, насколько я здесь вижу, тут нет 10 килограмм. То есть цель нашей поездки пока не достигнута. На этом месте очень много медвежьих следов. Здесь, в пойме реки, он, видно, ходит, охотится на лосося и на всякую остальную рыбу. Большой фактор как бы опасности, то есть это опасный хищник, и с нами всегда присутствует человек, у которого есть с собой карабин. То есть надо об этом не забывать никогда, потому что медведей здесь очень много. Весь берег истоптан. Мы, ехавши на катере, даже встретили одного из них размером, ну, просто катастрофа. Просто очень большой. Не хотелось бы встретиться с ним лицом к лицу. То есть, когда мы куда-то отходим от берега или как бы от компании, лучше идти и петь песню какую-нибудь. Ну, или хотя бы там что-нибудь свистеть, насвистывать. Потому что он это будет слышать, и все равно любой дикий зверь не желает встретиться с человеком, как бы он уходит. Самое опасное — столкнуться вот именно как бы нос к носу с ним неожиданно, тогда не избежать беды. Я думаю, что в европейской части нашей страны такой рыбалки, ну, нигде нет. Чтобы попасть на такую рыбалку, нужно забраться за Уральские горы, то есть в Азию. И каждый рыболов, я думаю, должен побывать в таком рыбном Эльдорадо, чтобы понять, что такое рыбалка на щуку, на крупную щуку. И в таком именно прекрасном месте, как Чукотка, мы сегодня посетили притоки реки Анадырь, всевозможные протоки, места разноплановые, с течением, с глубинами, с бровками от 4 до 2 метров, потом мелководные заливы. Резюмируя, в плане проводки, можно сказать, что рыба отзывалась лучше всего на проводку с остановкой воблера. На равномерную клевала, но как бы значительно хуже, экземпляры были мельче. Значит, stop and go работало значительно лучше. Уважаемые друзья рыболовы, я считаю, что каждый должен посетить Чукотку. Здесь у вас будет возможность поймать не просто рядовую рыбу, а именно тот трофей, о котором вы мечтаете. Здесь для этого есть все условия. Людей практически нет, рыбы и зверя здесь очень много. И, как мне кажется, только здесь можно почувствовать именно этот драйв, этот такой могучий зов севера. Только здесь, на Чукотке. И получить несказанное удовольствие от рыбалки. Здесь поклевки рыбы очень злые, мощные. Рыба сама по себе, даже если вот сравнивать с нашей щукой, примерно тех же самых размеров, она значительно мощнее, сильнее, более упорная в борьбе, что вы не раз видели в сегодняшней передаче. С вами была передача «Видеокарта уловистых мест России». Ее эксперт Дмитрий Зюзин. Приезжайте на рыбалку на Чукотку.